сижу и вспоминаю, каким был парк. Ничего ведь не было. Только деревья. И людей не было. А теперь вокруг детишки бегают. Один мост чего только стоит. И по цене, и так. А как красиво на нем невеста с женихом стоят. Особенно прикольно выглядят велосипедисты. А ведь я раньше пожалел, что здесь все вырубают. Думал, закатают все в бетон. Будет хуже. А стало лучше. Сколько радости детишкам. Муравейник из детей. Мы в советское время об этом и не мечтали. И главное, это все бесплатно. Вон там, с которым дети играют даже осенью. Кажется, если бы он и зимой брызгал, они бы и зимой сюда приходили. Я же старый, мне 300 лет в обед было в какой-то, я не помню. А что у тебя конь какой-то не самоходный? Забирай! Ой, какой-то протулил, черт. Нормальный велосипед вообще-то.